В бильярдном клубе «Чемпион» прошел турнир среди инвалидов. Помимо туймазинцев, в соревнованиях приняли участие спортсмены из Уфы и Кондров. Известно, что ваши спортсмены из Туймазов частенько приезжают в Уфу на разные соревнования, в том числе и соревнования по бильярду. Но уфимцы нелегкие на подъем, так сказать. Это надо собраться, это надо как-то решить вопросы с транспортом. Но, тем не менее, мы уже сюда, в этот бильярдный клуб, приезжали. И хорошо, что мы вот возобновили эту традицию, приехали в этот раз встретиться с туймазинскими спортсменами, поговорить, пообщаться, порадоваться жизни, отметить, хоть и прошедший, но все-таки День инвалида вот здесь, в этом городе славном, городе Туймазы. Вот. Поэтому рады встрече этим соревнованием со своими друзьями. Бильярд – очень популярный вид спорта среди инвалидов нашего города. Туймазинские спортсмены регулярно выезжают на различные соревнования и часто возвращаются оттуда с наградами. Из последних достижений стоит отметить успех Рамиля Шакирова и Руслана Нафикова, занявшие первые и вторые места на соревнованиях по русскому бильярду турнира памяти Вячеслава Козлова в Уфе. Поддержку нашим бильярдистам оказывает директор бильярдного клуба «Чемпион» Азат Саидбурханов. Он регулярно предоставляет спортсменам помещения для игр и тренировок. С одной стороны, инвалиды, они все так же нуждаются и в труде, все так же нуждаются и в спорте, все так же нуждаются в досуге, а возможности у нас в этом отношении сокращаются. Почему? Потому что все спортивные сооружения, они становятся сейчас же коммерческие, вот, все за оплату, все за деньги, а инвалиды, как правило, народ не богатый. И как быть здесь? И хорошо, когда вот есть такие руководители вот, спортивных организаций, спортивных сооружений, которые идут навстречу инвалидам и дают или билеты со скидкой, или бесплатно, или свои спортивные площади для тренировок. Соревнования проходили как среди мужчин, так и среди женщин. Мужчины соревновались в русском бильярде, в то время же как женщины состязались в американском пуле. В итоге у мужчин сильнейшим стал Виктор Лагунов из Уфы. Среди женщин первое место заняла Валентина Мухаметьянова из Кондров.